sports. It's in the game. Ага. E-sport, значит. Ну, ребят, всем привет. Вы на канале Русь ФПС. Перед началом данного видео я хотел вам сказать, что я лучший футбольный блогер по мобильным играм и футболу на Ютубе. Да, вы не ослышались. Ладно, это, конечно же, самая ирония. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Русь ФПС. И, наконец-то, это уже... третья серия по моду, и наконец-то я нашел нормальный мод. Наконец-то. Ой. Да, вот сейчас палится карьера, которую я выпущу, скорее всего, в следующем видео. Возможно, не следующем. В общем, этот мод, он... я не буду затягивать, рассказывать про фишечки, все дела. Уложимся в 2-3 минуты, я думаю. Здесь также есть пенальти, киков. Кстати, пенальти, по-моему, здесь нету режима пенальти, и это не очень круто, когда ты, например, сидишь на уроке. Ты же... Я всегда, когда сижу, например, на уроке, именно на последней партии, я люблю позалипать в пенальти, потому что когда ты берешь смартфон в руки и играешь, тебя сразу это палит, а когда ты в пенальти, ты вроде слайднул и все. Вот, и время как бы идет быстрее, потому что на уроках, и, ну, там делать особо нечего, как вы знаете. Вот. Еще раз повторюсь, здесь основные матчи — это киков, то есть матч полный. ВС-атаки нету, ребят, все. Если вы пришли сюда за ВС-атаки, нет, нету. Вот. И карьерка, карьерка. Не знаю, давайте я вам все-таки покажу, какие здесь есть команды. Преимущество данный, вот я, это мой уже третий видеоролик по моду PES на составы 19-20. Первый ролик набрал 4000 просмотров, второй только пока еще 500 там, по-моему. Вот, и первый мод, там все вылетало. Во втором моде не вылетало, но там он был какой-то корявый, и составы были хреновые. Третий мод... Ну, а в том моде составы были более-менее норм. Этот мод собрал все преимущества. Тут и составы отличные, и есть... ну, короче, не вылетает игра. Сейчас мы разберем быстренько топ-5 лиг. Вот, ну, понятно, АПЛ, Бундешмундес. На самом деле здесь есть все команды, даже вот РПЛ, наша любимая. Как и в том патче, в самом первом, который вылетал, здесь нету новых команд. Тут команды на сезон 18-19. Ну, конечно же, если вы любитель... ну, тут вместо Ахмата Грозного Терек, да. Ну, какая вам разница? Главное, что Грозный, Ахмат Сила, все. Все, Ахмат Сила. Какая разница, Терек или Ахмат? Главное, что Ахмат Сила, все. Очень круто, что здесь есть такая лига, называется Rest of World, и здесь есть Астана. Да, как бы Астана, но по факту Нур-Султан. Кто из Казахстана, тот заценит шутку. Здесь есть Кайрат от Алматы, и, ну, как бы сейчас вы все увидите. Андрей Аршавин, Legendary. Man. Здесь есть Динамо Минск, Загреб, то есть все, что нужно. Алду Фифы. Я, правда, не понимаю, что вот это за тима такая. Да, у них нет состава, и сейчас игра вылетит. Ага, вот, вот она, да. Вот она, вот она, вот она, косячок. Косячок есть, да. Ну, в общем, ребят, отличный мод. Просто великолепный. Когда ты играешь, здесь есть... То есть, сейчас я вам покажу. То, когда ты бежишь без ускорения, у тебя нету стрелочки. Когда ты бежишь с ускорением, у тебя есть стрелочка. Сейчас я вам это все покажу. Здесь есть новые мячики. Все дела. То есть, вот смотрим ЦСКА. Нравится мне вот такая камера. То есть, когда ты бежишь так...
то как бы стрелочки нету. Когда ты бежишь так, стрелочка есть, и ты такой, типа, бежишь, все дела, отбираешь и не можешь отобрать. Вот, мод шикарный, мод отличный. Играю, всем советую, за PSG все дела. Вот. Кстати, насчет карьеры. Хотел сделать карьеру за Енисей, но там нет формы. Можно за, карьеру за тот же ЦСКА сделать. В общем, выходим из этого матча. Ребят, в описании будет ссылка на видео, где парень без голоса показывает, как установить АПК, куда убиби, что там делать, все дела. Ой, Вася все расскажет. И, конечно же, удобнее использовать, ну, распаковывать все это с приложением Zarchiviter, или Zarchiver он называется. Сейчас я вам открою. Так. Zarchiver он называется. Вот. Почему удобнее? Потому что когда ты так просто в поиске, ну, в этом, в поиске, сейчас я вам покажу, вот, в проводнике распаковываешь, что иногда бывает лажа, и там вместо распакованного файла какая-то фигня происходит. Здесь, в Zarchiver'е, все же намного проще. Вот, там, я не буду вам сейчас объяснять, куда что перемещать, там все просто, парень все рассказывает. Ну, он не рассказывает, он показывает. Под ноу копирают Science. Вот. И вот видео в описании, да. Вы переходите, там видос, и в описании этого видео есть файлы. APK, Data, OBB. Все, ребят. Если видео было полезным, то ставьте лайк. Ну, как бы безусловно, нужно прям Лукас там поддержать все дела. Ух. Что еще нужно сделать? Можете подписаться на канал, там, на колокол бахнуть, чтобы видосы не пропускать, потому что я стараюсь выпускать их часто, несмотря на то, что мне нужно сдавать, сука, ЕГЭ в этом году. Ну, не будем о грустном. Можете подписаться на мой второй канал, там я играю в разные игрушки. Вот, прохожу разные игры, играю. Ну, вообще, всем пока, ждите карьеру за PSG, 228, все дела. Еще раз, подписка, там все дела. Вот. Я надеюсь, вам поможет этот мод. Крутой. Безусловно. Все. Кстати, тут вроде бы это португальский или испанский язык, но по факту интерфейс он на русском. И самое главное, перед тем, как мы закончим, я вам кое-что покажу. Смотрите, ребят. Когда мы заходим в настройки, звук. Вот сейчас я вырубаю микрофон. Речь. Например, английский. Блин, сейчас. Английский язык, например. Слушаем. You're listening to Clive Tilsley. Thank you for joining us. Andy Town. И теперь самое главное. Нажимаем на загрузить. Да. Смотрите, сейчас. И оно откуда-то качает этот файл. Вы в обычной версии такое видели? Нет. Попробуйте, скачайте. В общем, вот 1% скачалось. В общем, ребят, если помог мод, то отблагодарить знаете как. В общем, с вами был как Сидорус ФПС. Подписка, лайк, как обычно. Всем пока.